Веселые в украинской раде там обнаружили упорного депутата. А пока все остальные рассматривали законопроект о судебной системе, Вячеслав Константиновский рассматривал порнофотографии и рассылал их своим знакомым. Не смутил народного избранника ни присутствие журналистов, ни самый разгар рабочего дня. Сняли видео в июне, но в интернете оно появилось только сегодня. Реакция Константиновского была незамедлительна. Он написал, что сработал основной инстинкт и пообещал не играть в Pokemon Go. Вдобавок ко всему поклялся, что работает честно и взяток не берет, а все, что происходит в Раде, назвал клоунадой. Что ж, теперь ждем продолжения представления, ведь основной инстинкт у депутата, судя по всему, срабатывает независимо от него и места, где он находится. А значит, украинское шоу будет продолжено.